Приветствую. Хочу поделиться какими-никакими результатами, которые именно сегодня. В общем, дело двигается медленно, но с одной стороны это даже хорошо, потому что медленнее движение, меньше ошибок. Вот так, в принципе, я тут заметил. Нет, когда бывает, как и так по маслу прям, там лучше не тормозить, но тут не знаю, я как-то вроде катит, вроде нет, поэтому так среднячком двигаюсь. Клинки не готовы, они только грубо ободраны и закалены. Давайте я лучше покажу, что тут. Вот. Они грубо, там все это железо снято. Вот, видите. Это еще, кстати, вот сейчас форма лезвия английского клина. 18-19 век. Так что, как говорится, можно собирать и в работу. Но этого не будет. Я хочу сделать одну вторую. Так, это вот, да, заметили, какой рисунок у дамаска? Тут будет рисуночек такой меленький, такой вот такой завинченный, такой закрученный. Он там проявляется. Вот, наверное, видно на отблесках. И у этого клиночка тоже самое. Вон там рисунок. Его просто протравливать надо, чтобы он прям глазастый стал, прям вот. А тут вот у такого рисунка он глазастый делается. Еще даже цветовой обработки. Вот такой вот он рисунок. То есть тут, в принципе, все зависит от того, как я последнее движение сделаю. Такой результат получается. А во плотности они все одинаковые, все с одинаковым количеством слоев. С клинками я сегодня пока не занимаюсь. Как-то вот по настроению, как-то они мне сегодня, то есть не захотелось их сделать по настроению, я не стал. Думаю, без настроения я явно как минимум штучку, а в брак загоню. Поэтому взялся делать оправы. Мне сегодня к ним больше расположенность, как бы. Это вот, как его называют, американский орех. Это вот я в сечку сделал серебром высшей пробы. Мягкое серебро. Меня кто-то когда-то, помню, спросил, где я беру серебро. Все просто и все сложно в то же время. Тут хотел, кстати, еще птичек таких сделать, чаек. Но что-то меня остановило. Смотрелось бы здорово, но, наверное, не в тему. То есть, где я беру серебро? Я беру изделия ювелирные, причем тоже старинные. Вот, плавлю их в печи, делаю такую толстую проволоку. Ну, как толстую, не то, что она толстая, там миллиметра 2,5-3, где-то так она ходит, плюс-минус. И раскатываю на вальцах до нужного диаметра. Вот, в принципе, и все. Откуда я беру высокопробное серебро? Вот такая вот сечка, ветка. Тот же самый американский орех. Почему американский? Он темнее. Только из-за этого. И стоит, кстати, интересно. Вот, допустим, вот заготовка вот на такую вот фиговинку стоит где-то рублей в 200. Если просто из нашего ореха. Из американского ореха. Вся эта фиговина стоит, ну, умножайте примерно на 15, плюс-минус, где-то так вот. Потому что точно я не скажу, а не точно я не люблю говорить. Вот одна правка с такой вот будет, пружинищей. Ну так, симпатёво, на любителя, конечно, да. Полиуретан. Может, если кому интересно, что за материал. И давайте-ка я взгляну, яблони или груша. Сейчас я секундочку на паузу поставлю. В общем, посмотрел сейчас по заготовкам. Там это груша. Груша. Вот. У яблони более
белесые такие просветы, то есть я как бы побоялся, что она будет меньше похожа на кость в цветовой гамме. И у груши больше плотность и водоустойчивость, влагоустойчивость. То есть эти критерии вот именно поэтому, то есть, перевесили в сторону груши. Что я хочу сделать? Я уже говорил, конечно. Вот будет вот такая бритва. Сечку не знаю, делать, не делать. Хотел видео кости что-то, но они как-то тут маленько лишними выглядят. Может, скорее всего, не буду. Дальше. Хочу сделать шкатулку, в которую будет бритва вот так вкладываться, прям ровно как... То есть, в свое такое вот... свой паз, в гнездо по народному сказать, как бы... То есть, оно будет туда вставляться индивидуально. То есть, другая бритва туда больше не вставится никакая. И сама шкатулка будет вот так же выглядеть, как кость. То есть, тоже в виде кости. Вот так вот как-то. Тоже из того, той же древесины все-таки, наверное, сделаю. Может быть, из яблони уже все-таки шкатулку сделаю. Может, и все-таки груша. Тут пока еще под вопросом. По клинку тоже пока не скажу, какой я выберу сюда клинок. Буду ли на нем кости резать или не буду. В принципе, нет, не знаю, не скажу. Вот так что вот день сегодня потратил на все вот это вот. Вчера еще начал вот железо загрызать основные части, то есть сегодня тут зачищал уже. После вчера же закалил, сегодня зачищал. У меня очень много времени ушло на обработку вот этой оправы и на всечку. В общем-то, вот основные моменты, которые, на которые было затрачено максимальное количество времени. Поэтому это уже, значит, до завтра. Надеюсь, если там ничто не будет мне мешать, то продвину дела намного, прям намного вперед. Но с чего начну? Я думаю, скорее всего, это будут клинки. Потому что надо их сделать одно второе, и чтобы никаких какой-то косяков там не допустить. Чтобы они все получились, и все получились на отлично. Вот. Даже если вот я уже так думал, если вдруг что-то не получится, то со мной эти оправы пойдут под ту же модель только в следующий раз. То есть никуда они не пропадут. Все будет хорошо. Надеюсь, хорошо. Ну, в общем, как бы все. Больше новостей у меня нет. До свидания.